Всем привет, со Стерлатом. Продолжаем играть по сражениям Мастерлига. Записываю уже следующий день, воскресенье. Записал я, оказывается, в субботу 15 серий. В сумме они длились 3 часа, поэтому неудивительно, что последняя серия уже начала, откровенно говоря, ересь нести. И извиняюсь, собственно говоря, за эту ересь. Я немного обдумал насчет Девича и решил, что не хочу его менять, потому что он украинец. А Тайсон и Тейшера нет. А хотелось бы побольше, конечно, в украинской команде видеть украинцев. Так, ну что ж. Дуэлл с Клоста. Ну, конечно, на капитанской повязке его можно было лишить, но... Не хочу особо. Ну, вроде все нормально со составом, если я ошибаюсь. Ну да. Ставим домашнюю форму. И играем против очень сильной команды в низшем дивизионе PS United, которая практически постоянно выходила в первом же сезоне в Лигу ББВА, когда я играл за какой-то из клубов сразу, уже в той лиге. Отлично, Дэвич. Пас на Эдуардо. Марко Девич с мячом. Помешали ему. Был толчок, но явно не на пенальти. Обидно, что не успел пробить. Марко. Ну что ж. Теперь терпим атаку. Исмаил ошибся. Офсайд, да. Явный офсайд. Может, мы повторим. Сорна отдает на Дуласа Косту. Дулас Коста на Измаила. Измаил бежит с мячом. Разворачивается. Отдает пас на Девича. Девич. Удар, но, к сожалению, защитника PS United. Сорна снова подает угловой. Разыгрывать не хотят игроки Шахтера. Ух ты. Девич. Помешали, да, наступили ему. Если я правильно видел, на ногу. Но опять же, эта ситуация была не на пенальти. Степаненко. Молодец. Измаил. Нет, не успевает Измаил. И мяч уходит за пределы поля. От Шахтера. Дулас Коста. Справились с Измаилом. Эдуардо. Нам Хитаряна. Хитарян бежит. Отдает на Дэвича, но рикошет от игрока PS United, который помешал. Хочу дойти до Марко. Ой, сейчас будет еще. Почему-то игрок переключился сам. И я сделал подкат не тем, кем хотел. Блин, заговариваюсь. Записываю утром. Вот почему вот сейчас туда не переключился. Бред. Ну что ж, сорна. На Эдуардо, хоть я хотел на Дэвича. Молодец, Эдуардо. Дэвич. Удар и гол. Не зря оставил Дэвича. Думаю, он вернет свою прежнюю форму. И будет забивать и забивать. Так, Эдуардо. Сразу в прессинг. И это хорошо. Чигринский, ошибка. Ну, справился, молодец. Но ошибка уже в передаче. Но игрок PS United растерялся и отдал прямо нашему вратарю. Девич напрыгивает. Молодец, Девич. Хитаряну, потому что Эдуардо был в офсайде. Эдуардо удар. Но вратарь отбивает. И, на мое удивление, с проблемами отбивает. Эх, Дэвич смог выиграть корпусом его. Уделали, так сказать. Сорна головой. Даже не прыгнул. Похоже, офсайд был. Да, офсайд. Это видно хорошо, поэтому даже не буду смотреть на повторе. Эдуардо Андевича. Ну,
Дэвич снова выбрал какое-то неудачное положение. Итариан. Подкат. Торнадо бежит. Да, добежал. Выбивает. И свисток. Отлично, мы побеждаем преимуществом в один мяч. Забил Дэвич. Дэвич разорвался Эдуардо, отдает на Лоса Косту. Тот, в свою очередь, хотел вернуть Дэвичу, но не вышло, помешал игрок противника. Ой-ой, ужаснейшая ошибка со стороны нашего голкипера. Измаил на Дугласа Косту. Дуглас Коста на Эдуардо. Снова Дуглас Коста отдал на Фернандине, потом тот в свою очередь на Эдуардо, и сейчас причем Хитарян. Эдуардо пробил, но очень уж слабо. И не очень-то и большие усилия приложил вратарь, чтобы отбить этот далеко не сложный мяч. Измаил. Удар Измаила, но видно, что защитник. И он пробил мимо ворот. Довольно-таки хорошей позиции. Хитарян. Будет пытаться отборе. Нет. Не смог. Ох, очень опасный удар. Еще чуть-чуть и счет был бы 1-1. Но, к счастью, игрок Пасти Юнайтед проматывал. И, кстати, нужно уже подумать о заменах. Измаила нужно поменять. На Шевчука, на мой взгляд. Эдуардо как-то тоже себя плохо чувствует. Нужно выпустить. Хотя нет, Тайсон вообще себя чувствует ужасно. Алекс Тейшера, куда бы ты хотел больше? Давай вместо... Даже не знаю, вместо кого. Дэвича особо менять не хочу, поэтому давайте заменим Хитаряна. И выпустим... Даже не знаю, кого выпускать. Да, все, пошел. Потом еще выпустим кого-нибудь. Дэвич, борьба. Отлично. Дуглас Коста. Эдуардо. Не успел отдать пас Эдуардо. Дуглас Коста молодец. Ракитский на Дугласа Косту. Дуглас Коста, похоже, понимая, что партнеры показывают не очень стабильную игру и хочет выделиться на их плане, но его жадность его забила. Отлично, вратарь отбивает, и он добежит 100%. Но совершенно не точный пас и гол. Вообще защита разошлась, непонятно почему. Вот. Это был бред просто. Отбивает. Бежит защитник, на которого переключиться не мог. И ничего не делать. Дэвич. Бежит один. Пас на Дугласа Косту. Дуглас Коста разворачивается. Отдает на Эдуарда. Алекс Тейшера удар, но мимо ворот. Наносит наш свежий, только вышедший полузащитник. Кстати, можно бы выпустить Луис Адриано уже. Вполне себе. Как обычно, центральным нападающим его делаем. Дэвич. Алекс Тейшера на Эдуарда. Тот зачем-то на Степаненко, хоть мог на Дэвича. Дэвич. Ничего у него не вышло. Степаненко, отлично. Эдуардо на Дэвича. Дэвич с мячом. И снова безрезультатно. Ну, нам особо можно не переживать, потому что мы уже вышли, либо в Эдуардо. Отлично, Эдуардо бежит. Эх, если бы прошел пас. Отлично, Алекс Тейшера. Удар Алекса Тейшера и гол, который спасает нашу команду от ничьи. Очень качественный игрок. У нас вообще хорошая команда.
хорошей замены. Конечно, вместо Луиса Адриано хотелось бы кого-нибудь другого. Видите? Алекс Тейшера, смотрите, что он делает. Бьет, но мимо ворот. Все сделал. Давайте даже посмотрим. Вот. Отлично. Тут сработал. Тут вообще как бы телепортировался. Но пробил очень, конечно, плохо. Потратил, наверное, все силы на то, чтобы пройти игроков. И поэтому удар вышел такой никудышный. Просто не, почему-то не свистит судья. Это странно. И это может плохо закончиться для нашей команды. Фух. Но нет. Защита и вратарь справляются. Не без проблем, но все-таки справляются, опять же. Вот. Снова радости. Похоже, мы уже точно занимаем первое место после такой победы. Довольно-таки героическая музыка играет. Все снимают. Я такой модный. Кепочки. Зашибись, тренер. Так, я что же, лучший игрок, наверное, Дэвич. Нет, Эдуарду. Ну, у Дэвича тоже 7-5. Так. Я что ж. Ну да, у нас уже куча очков, поэтому... Можно не переживать. Мы остаемся на первом месте. Даже если проиграем все вот эти матчи. Наши противники выиграют. Да. Принимаю. Бутсы. Ага. Дэвич хочет поговорить. Я рад, что мне удалось удержаться на пике формы в течение всего сезона в лиге. В лиге D2. Хорошо. Так, ага, победа. Да, не зря я его все-таки оставил. Ну что ж, переводим дату дальше. И у нас игра против непонятно кого. Не помню, как клуб называется. И даже не могу разглядеть, кто там на эмблеме у них. Так, все как всегда. Похоже, это единорог с крыльями. Пегас вроде называется. Ладно, на этом все. Увидимся.